Ваше превосходительство, уважаемый председатель, генеральный секретарь, уважаемые министры, дамы и господа, для меня большая честь выступать от имени Республики Казахстан на этой важной международной площадке. Прежде всего, я хотел поблагодарить правительство Румынии за теплое гостеприимство и большую работу, которую вы проделали для обеспечения успеха этой конференции. Как известно, информационно-коммуникационные технологии являются важнейшим фактором конкурентоспособности экономики и повышения качества жизни людей. И развитие ИКТ-инфраструктуры для Казахстана имеет стратегическое значение по ряду причин. Это большая территория страны при низкой плотности населения. Использование расположения в самом центре Евразии как логистического преимущества и как следствие развития цифровых транспортных коридоров, сетей телекоммуникаций во всем регионе и так далее. В нашей стране все крупные и мелкие города охвачены мобильной связью 4-4 поколения. В 4 густонаселенных городах страны уже запущен пилотный проект связи поколения 5G, а в ближайшие годы планируется обеспечить данной технологией все крупные административные центры Республики Казахстан. Государством организован проект, в рамках которого проведен интернет 928 сельских населенных пунктов с населением свыше 250 человек. В целом, большинство сельских школ Республики Казахстан обеспечено доступом к сети интернет. Кроме того, Казахстан является лидером региона в реализации совместно с Международным союзом электросвязи проекта ГИГА, который ставит своей целью обеспечение доступа к сети интернет каждой школы в мире. За период 2020-2022 годов в Казахстане зафиксирован самый дешевый интернет среди стран Центральной Азии, а скорость интернета в стране только за 2022 год увеличилась на 22%. Два национальных геостационарных спутника обеспечивают телекоммуникационными услугами и услугами телерадиовещания всех операторов страны и населения. И в настоящее время предоставляет услуги спутниковой связи для соседних государств. Кроме того, активно прорабатывается возможность сотрудничества с операторами низкоорбитальных спутниковых группировок для обеспечения полного охвата территории Республики Казахстан широкополосным доступом в интернет. Активный переход Казахстана к цифровому обществу включает в себя такие важные направления, как развитие качественной IT-инфраструктуры, человеческого капитала, цифровизация секторов экономики, создание инновационных экосистем. За последние два года казахстанская экономика показала высокие уровни цифровой устойчивости путем проникновения цифровых решений во все сферы деятельности. Доказательством тому является положительный уровень Казахстана в мировых рейтингах. В частности, мы занимаем 11 место в рейтинге ООН по уровню развития онлайн-услуг, 29 место по индексу развития электронного правительства и 31 место по уровню кибербезопасности. На сегодняшний день уже 94% государственных услуг доступны онлайн, часть из них ориентирована на лиц с ограниченными возможностями. В сфере образования 97% учебников оцифрованы. Также цифровизация коснулась многих отраслей экономики, таких как банковская сфера, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика и другое. Наш мир стремительно меняется, и мы должны адаптироваться к новым глобальным вызовам развития технологий, а главное, к чаяниям и требованиям наших граждан для предоставления все более качественных интеллектуальных услуг по всему земному шару. Для этого нам необходима глобальная экспертиза и взаимообмен опытом и знанием на постоянной основе. Деятельность МСЭ и подобные глобальные мероприятия как раз являются такой площадкой. Сегодня Казахстан готов поделиться своим опытом и экспертизой путем выдвижения высококвалифицированного технического эксперта в радиорегламентарный комитет МСЭ. Наш кандидат Ризат Нушабеков обладает огромным опытом и знаниями в сфере телекоммуникаций. За годы работы внес неоценимый вклад в развитие отрасли телекоммуникаций. Работая вместе, мы сможем сделать гораздо больше для преодоления цифрового разрыва между городом и селом. Мы со своей стороны желаем вам успешной, плодотворной конференции. Благодарю за внимание.